Я Михеев Александр Николаевич из Чебоксара. Мною организована фирма «Яльник», пока в единственном моем лице, начала выпуск тренировки для моделистов. Выпускаем разнообразные решеточки на модели. От 0,7 с ячейкой от 0,7 мм. И самая мелкая ячейка у нас получается 0,4 мм. То есть для шлюпок, для рустерной решеточки на корабле выпускаем различную нивелировку. Например, для бумажного моделирования, для журнала украинского, издаем, выпускаем такие палубы. Они высылают векторный файл, я по ним организую резку. И на бумажную модель можно делать такие палубы для модели, чтобы получилось делать более сочно, чем обычная, бывает на блеклой печати. Далее. Выпускается резко очень тонких планочек, например, 1,5 мм всего лишь планки. Для 12 апостолов у меня был заказ. Я делал для почворковой модели, делал такие реечки и различную нивелировку. Из пластинки, из таких пластинок собираются штурвалы для моделей. Вот, к примеру, такого размера или чуть покрупнее. Планируется их же делать наборными, чтобы было более лучшая смотрибельность у них. Также делаются различные узоры, заготовки узора. По ним немножко ручным инструментом делается резьба, и получается как будто сделанный деревянный полностью резной декор. Ну и различные блоки. Из элементов собираются такие квадратики, несколько штук накладываются друг на друга, деревяшки. Склеиваются, обрезаются, получаются, например, готовые юферсы. Юферсы после некоторой обработки получаются уже такие, в принципе, вполне симпатичные. И все такое разное. По заказу можно по любому чертежу сделать любую тренировку, какая вам нужна.